Передвижная выставка кочует по городу. Экспозиция «Будь славен, град Петром рожденный», посвященная 350-летию первого российского императора, открылась сегодня в арт-пространстве «Место встречи с искусством». Это совместный проект Демидовского фонда и Музея истории Алтайской духовной миссии. Мы очень хотели вот эту дату не просто озвучить, напомнить о ней, об этом важном событии. Проект художественный, выставку мы уже открывали в выставочном центре Бийского архиерейского подворья, но задумывался он как передвижной, для того, чтобы как можно больше людей, бийчан или гостей города, познакомились с художественным образом нашего города. Экспозиция рассказывает о нашем городе и его основателе Петре Первом. Картины написаны мастерами Бийского отделения Союза художников России. В проекте приняли участие такие профессионалы своего дела, как Валерий Борзов, Сергей Иваненко, а также молодые авторы Аркадий Никонов, Марина Уткина и Людмила Беляева. Перед ними не ставили конкретных задач. Художники запечатлели на своих полотнах те сюжеты, которые, по их мнению, рассказывают про любовь к родному городу. Так здесь можно увидеть знакомые бийчанам улочки и здания. Выставка будет работать до 31 июля. Однако, если она будет востребована у посетителей, ее могут продлить.